День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии «Радио Болтком» программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. Всем доброе утро, хотя оно и пасмурное, но тем больше повода пойти в театр, на мой взгляд, потому что погода не соответствует прогулкам. Так что пока еще возможно, вот эти последние дни, когда без сокращения зрительных залов, вылавливайте последние возможные билеты. И представляю вам сегодняшнюю гостью, директор фестиваля «Золотая маска», директор театра «Наций» в Москве, Марья Всеволодовна Ревякина. Марья Всеволодовна, огромное спасибо, что в таком наполненном, очень заполненном графике, который, я понимаю, что у вас в Риге, наверное, график даже чуть свободнее, чем в Москве. Да. Немножко такой, наверное, отдых даже себе позволяете здесь. Но все равно рано утром собраться после вчерашнего спектакля, который был в театре «Далес», иранская конференция, спектакль «Театр нации», постановка Виктора Рыжакова по пьесе Ивана Воропаева. Вы к нам утром пришли сюда. Спасибо вам огромное. Спасибо, что пригласили. Доброе утро. Я думаю, что нас слушают, конечно, люди, которые уже из года в год смотрят спектакли «Золотой маски» в Латвии, потому что это уже 15-й фестиваль. Да, 15 юбилейный. Лет. Поздравляем вас. Спасибо. Это большая работа на самом деле, и очень серьезная, и очень важная, потому что я разговаривала со многими людьми, и ждут спектакли фестиваля «Золотая маска» в Латвии, конечно, весь год в ожидании. Ну что скажете, как у вас ощущения? Вы же 2 года не были, да? Перерыв был 2 года. Мы не были в прошлом году из-за пандемии. Года, да. Ну вот, да, действительно, и мы ждали тоже очень, потому что подготовили программу заранее, договорились с площадками. Наша партнер, Лочмель Юля, сделала все для того, чтобы случилось. Мы тоже с министерством, с нашим все договорились, с театрами, и все рухнуло. Но все-таки, слава богу, все преодолели, приехали. Вот открылись мы с балетом «Москва». Это было на прошлой неделе. Балет «Москва» сейчас в Таллине уехал. А вот здесь как раз вчера иранская конференция, спектакль «Театра нации», лауреат прошлого года. Этот спектакль получал «Золотую маску», весь спектакль. И, безусловно, то, что вот мы отбирали вместе с нашими коллегами из Латвии, мне кажется, это очень интересная афиша, потому что там есть возможность посмотреть и современную драму, и классический балет, ну, скажем, с какими-то элементами, разбавленными, с миксом таким, это вот «Дон Кихот» в постановке Йохана Кобурга, замечательного совершенно постановщика, и премьера датского балета, балета Лондона королевского. Вот. Затем современный танец, то, что уже у нас прошло, и «Мертвые души», спектакль из Лесосибирска, из очень небольшого города, который находится в 250 километрах от Красноярска, это театр «Поиск», чудеснейший театр, режиссер Олег Липовецкий. Вот Олегу как раз предложили несколько дней назад возглавить один из театров в Москве. Он такой очень креативный режиссер, он основал фестиваль «Ремарка», это поиск современной драматургии, да. Вот, и, значит, детский спектакль. Цацики идет в школу по книжке известной скандинавской писательницы, лауреата премии Астрид Лингрен. Почему цацики? Потому что вот такая мама сумасшедшая назвала свою дочь в честь любимого греческого блюда. Соус. Да. Ну, спектакль очень интересный, понравится и родителям, и детям. Карлсон Хаус же приезжает тоже, да? Карлсон Хаус приезжает в Таллин. Сюда нет. Карлсон Хаус туда приезжает. Собственно, у нас программа почти идентичная, кроме вот балета Якобсона, кроме «Дон Кихота» и другие детские спектакли. Там много детских спектаклей в Таллине в этом году. Но в Таллине ведь был еще и «Сатирикон», насколько я знаю. «Сатирикон» открывался, да. Да, и будет Марчель. Там современник. И иранская переедет туда. Сейчас завтра поедет, да. И Горбачев начнет там, а потом приедет сюда.
а завершаться в Таллине гастроли спектаклем «Современник», собрание сочинений в постановке Виктора Жакова. Это вот совсем свежая его работа. Ну, это первый его спектакль. Его работа. Да, он когда был у нас в программе, мы как раз это обсуждали с ним, да, что он выбрал эту пьесу Гришковца для того, чтобы сделать свой первый спектакль в театре «Современник» уже в качестве художественного руководителя. Да. Ну сейчас и Горбачев, конечно, которого мы все ждем. Но вот видите, к сожалению, принято решение как раз после 18 октября сокращение количества зрителей в зале. И я, конечно, очень сочувствую этим людям, которые не попадут. Но что делать? Вот такие обстоятельства. Да, мы тоже все очень были растеряны. То, что все-таки эти правила распространяются уже на проданные спектакли. Угу. И какой принцип как бы изъятия оттуда этих людей, вот, ну, не очень все понимают, конечно. Вы знаете, у нас когда в прошлом году была эта вспышка пандемии, и Москва была совершенно пустая, то есть все сидели по домам, это был такой сильный локдаун для такого огромного города, и все было закрыто. А потом все-таки, когда мы начали продавать билеты, открылись, и нам запретили, и вот 50% только разрешили. Но нам пришлось, мы делали так, мы возвращали все билеты и продавали, заново. Что, конечно, это была буря возмущения у людей. Но это самый честный подход, на самом деле, в этой ситуации. Я не знаю, здесь очень мало дней осталось, чтобы... Здесь сделать. Так не сделать уже, конечно, не успеть. Да. Угу. Ну что, я хочу сказать про иранскую конференцию, которая вчера... Открылась, так скажем, драматическая часть, да? И надо все-таки обратить внимание слушателей, которые нас сейчас слушают, что эта программа, все-таки эта программа, планировавшаяся на прошлый год. Поэтому тут надо иметь это в виду, что спектакли уже давно живут, давно играются. Это не то, что вы раньше привозили выбор как бы прошлого года, это все-таки программа, сохраненная с прошлого года. Ну, иранская – это 2020 года спектакль. Да, но тогда он был как раз свежеотобранный для показов. И Горбачев – это совсем свежая премьера. Это совсем, премьера. Да. Это вот год назад у вас премьера случилась. Так же, как и собрание сочинений тоже свежее. Да. То есть мы сохранили, планированные спектакли и добавили туда что-то из нового, правильно? Да, совершенно верно, да. Так, чтобы все-таки показать то, что случилось за последний год в России, в театре. Итак, иранская конференция, Вырыпаев. Не самый простой текст, как я понимаю, но, мы с вами вчера обсуждали, именно эта пьеса Ивана Вырыпаева была очень популярна в период локдауна здесь. Ну, я знаю, что Элмар Синьковс, вы, наверное, тоже видели его спектакль в Гоголь-центре, он ставил спектакль в Гоголь-центре у Кирилла Серебренникова. Элмар Синьковс, он планировал эту иранскую конференцию как обычный спектакль, как на сцене театра, и... Я знаю, что был переведен он изначально на латышский язык для его труппы «Эс-Арте», которую он здесь организовал. Но прошлой весной он сделал такую видеоверсию, в которой пригласил актеров из разных театров Латвии. У него были актеры из Лейпаи, из разных театров Риги, из Валмиеры. Ну, то есть прям разные актеры. Он всех собрал вместе. Было очень красивое такое художественное высказывание театральное на Ютьюбе. Я знаю, что в Поневежесе был хороший спектакль, по результатам которого его постановщик теперь назначен художественным руководителем театра в Поневежесе. Значит, так понравился этот спектакль, так и понравилась его работа с актерами. И такая иранская конференция – это такой очень, на мой взгляд, немножко загадочный текст, который вот удается и за ним влечет какое-то очень сильное внимание к тому, кто это сделал. Как театру наций было работать вот с этой идеей. Потому что, с другой стороны, когда его читаешь, он кажется таким очень плоским. Ну, как бы монологи, такой немножко стендап. Калейдоскоп стендапов таких отдельных характеров. Как для вас это все было? Я сейчас вас спрашиваю даже как директора театра скорее. Понятно. Было сложно, знаете, и сложно было в первую очередь с кастингом Виктора Жакова, потому что, естественно, он выбирал актеров, давал им читать пьесу, и многие отказывались. Они не понимали, что это там. Вроде бы и главных-то ролей нет, и все одинаковые, и все это вот в диалогах, и в таких спокойных диалогах как бы, да. И вот очень сложный был кастинг, но в итоге, когда он отобрал актеров, то мы поняли, что мы не сможем его играть, если не будет еще каких-то актеров, потому что актеры все заняты, поэтому у нас на одну роль играют два, а то иногда и три актера, в зависимости от занятости их других спектаклей, других театров, или, скорее всего, съемках.
Потому что понятно, что и Ксения Рапопорт, и Ингеборга много снимаются, Евгений Миронов. Вот вчера играл то, что играл Евгений Миронов, Андрей Кузичев. Это была, срочный ввод. Срочный ввод, да. Поэтому и там и Любшин играет, и Авангард Леонтьев играет, и ну, многие Иванова Сергеева играет из МХАТа, актриса, Маруся Дровосекова из Сатирикона. То есть, в общем, но Чулпан Хаматова, вот то, что Нелли Уварова играла. И, конечно, у всех получается своя история, своя окрашенная история, своими эмоциями, своим пониманием. Но все, независимо от состава, это всегда очень интересно. Это всегда очень такой вызывает споры. И то, что вот вчера на пресс-конференции говорили актеры и Виктор о том, что когда ты смотришь, ты вроде бы сидишь в зрительном зале, ты совсем соглашаешься с каждым персонажем, который свою точку зрения высказывает, ты совсем согласен. Но потом все, больше, больше, больше и больше вопросов начинает возникать. Вот, ну, такая какая-то очень серьезная и непростая пьеса высказывания Воропаева о сегодняшнем мире, о таком портрете современного человека, драматическом и но все равно портрете. О европейской цивилизации. О европейской, безусловно. Но знаете, что было странно? Мы же эту пьесу, этот спектакль у нас шел в рамках «Маски» параллельно в программе Russian Case. Это еще был офлайн. И к нам приезжали как раз продюсеры критики, да. Очень многие, да, порядка 25 или 30 стран, но пригласили нас сразу с этим спектаклем только страны Балтии и Израиль. А Турция? И, а Турция тоже, да, но больше никто. Вот все остальные страны, да, кто у нас же бывает и Голландия, и Германия, и Франция. Нет, они все... Как мне показалось, были немножко так, ну, напуганы этим. Ну вот я говорю. Да. Тексты довольно откровенные. Мы страшно удивились, мы думали, нет, что. Нет, мы с Ваней об этом разговаривали как раз недавно, что вот его пьеса «Волнение», ее здесь поставила Мара Киммель в Лейпайском театре в прошлом году, что его пьеса «Волнение», которая была написана изначально для Большого драматического театра в Петербурге для Алисы Фрэнклих, он вел переговоры с Михаилом Барышниковым в Нью-Йорке. И была даже идея, что он там ее сделает. Но они, когда прочитали, сказали нет. Нет, не будут. Ну, то есть, все-таки Иван остается верен себе, и его такая довольно открытая, не боится говорить о вещах, которых там в тексте, помните, это есть про писателя, когда. Я говорю то, что думаю, и поэтому очень много... Всем не нравлюсь. Не нравлюсь ни одним, ни другим. Я как раз, вы сказали про Израиль, я хотела с вами поговорить о том, что ведь у «Золотой маски», помимо того, что это национальная театральная премия и фестиваль российский, есть же вот эти вот большие программы, связанные с показами в Эстонии, в Латвии, в Израиле и теперь в Турции. Как вы умудрились в Турцию забраться, Марья Васильевна? Ну, это не мы забрались. Турция к нам приезжает тоже на отборы, Москву. Да. На отбор. И Турция предложила, и мы даже с директором фестиваля встречались в Авиньоне. Господи, такое ощущение, что это уже бог знает сколько времени у нас, хотя это было недавно. В Авиньоне и договорились там, и с большим интересом они относятся к российскому театру, и очень любят, и, в общем... Даже спектакль «Цирк», который они отобрали, для меня это было вообще непонятно. Спектакль «Цирк», вы помните его? Это... Максим Диденко Максим поставил Диденко. В Театре нации, да, с Ингеборге Дубкнадзе. Совершенно верно. Это практически история параллельно фильму и, ну, да, в соответствии, да, да. С фильмом «Цирк». И известным. Для нас эти аллюзии, да, понятные, да, вот этого времени, советского рассвета, Любовь Орлова и все прочее. Это все один сюжет. И мы не понимали, почему в Турции отобрали этот. Ну вот и до сих пор мне непонятно. Красиво. Наверное. Марья Севна, вот еще возвращаясь к премии. У меня сейчас, есть такой опыт работы в жюри Национальной театральной премии Латвии. Это был сезон 2019-2020 года, очень непростой, который так оборвался в марте здесь, и потом летом немножко продлился. Как раз год назад мы объявляли номинантов, а потом была церемония награждения.
И сразу после этого, осенью прошлого года, я стала работать в жюри Национальной литовской театральной премии. Угу. Там тоже новый опыт, новые условия и правила проведения премии, и там, и там. И везде все равно идут дискуссии, знаете, какие, о том, как эта премия должна быть, угу. как никого, в чем ее, как бы сказать, правильность этой премии, есть ли там личные какие-то интересы, как это все, в чем, как бы, если говорить глобально, то в чем объективность этой премии? То есть, говорит, это не объективное суждение, это там, да, все как-то очень приватно высказывают свое мнение. Я всем сейчас рассказываю о том, что это так интересно, что премия тем и интересна, что собрание, как бы, да, частного мнения, частного, необъективного абсолютно, приватного, личного, очень переживания критиков. Но в целом это дает всегда объективную картину. Потому что это очень разные люди, которые собираются вместе, и их выбор дает действительно объективную картину в результате. То есть собранные вместе необъективные мнения дают в результате объективную картину, на мой взгляд. Я знаю, что у «Золотой маски» тоже был период, когда приходилось защищать позицию системы отбора, системы выбора, системы организации программы фестиваля, как работает жюри в результате, потому что у «Золотой маски» есть отдельный экспертный совет и жюри, чего нету угу. здесь, в этих национальных премиях. Здесь одни и те же люди все смотрят. Да, каждый год? Принимают решения. Да, мы каждый год вот в Литве сейчас смотрим все спектакли. Угу. И сначала делаем короткий шорт-лист, и потом уже выбираем номинал, как бы, призеров. Угу, угу. Ну, просто потому, что, конечно, другие совершенно объемы. Ну да, понятно. Да, да, да. Угу. Марья Всевна, как на ваш взгляд, вы все-таки сколько уже? Вы с 2003-го или с 2002-го? 2003-го, 2004-го года. Я уже не помню, с какого-то года. «Золотой маски». Ну вот я вспоминаю, что... Ну, наверное, да. 2003-й был в Петербурге, и вы, по-моему, вот 2004-го. Да, я помню, вы меня позвали тогда, я делала с вами церемонию открытия в цирке с Могучим. Это был 2004 год. Да. Это же был очень интересный опыт. Я согласна с вами, Жень. Дело все в том, что вот 28 лет существует фестиваль наш, и, конечно, очень много горячих споров. И поскольку у каждого человека, независимо ни от чего, критик он или нет, но у него есть свое субъективное мнение, что вот этот спектакль лучше, или эта актриса лучше, или этот актер, или хореограф, или etc. Но мы уже за это время выработали такой механизм, мне кажется, достаточно верный, потому что все-таки в масштабах России огромных, огромной страны, протяженности такой большой, осмотреть там более 1000 спектаклей за год – это огромнейший труд. Значит, что для этого нужно? Во-первых, у нас два экспертных совета – драма и театр кукол, и музыка, разные жанры. То есть в одном экспертном совете – это музыковеды, это критики, и в другом – это уже люди, занимающие драматическим театром, и специалисты в области театра кукол, но это исключительно все-таки критики. Критики, это театроведы, музыковеды. Да. Это экспертиза. И те, кто выбирают номинантов. Те, кто выбирают. Длинный лист, который да, потом… лон-лист и шорт-лист, да? Потому что лон-лист – это самые заметные спектакли, это 100 спектаклей из этой 1000 осмотренных, самые интересные, и они формулируют, почему они хотят сохранить это в лон-листе, это как бы очень важно и для истории театра. Это картина театра этого сезона, года, да. Прошедшего сезона. А шорт-лист – это уже сама афиша фестиваля, то, что мы обязаны привести. Я тут тоже хочу уточнить, потому что здесь, конечно, этого нету, что действительно, ведь когда выбирается шорт-лист, он еще и говорит о том, какие спектакли москвичи увидят в городе Москве, потом по итогам, когда вы делаете другие программы, показывая и номинантов, и лауреатов по всем городам России, надеюсь, что мы тоже успеем это сказать. То мы понимаем, что этот шорт-лист – это то, что будет выбрано для показа в Москве. Для показа в Москве. Афиша. Для жюри. Шорт-лист – это афиша. Да, и это для жюри. Да. И, конечно, ну, условно, 11 критиков, которые, давайте возьмем драму, которые ездят и смотрят, и за год своей работы совершают дикое количество командировок. Вот я назвала «Лесосибирск».
А чтобы им в Лесосибирск попасть, они должны от Москвы 3,5 часа долететь до Красноярска. 4 часа, да, больше, да. А потом еще 3 часа до Лесосибирска, тоже самолетом. То есть это гигантские расстояния, и эта работа требует не только знаний, насмотренности, знания контекста зарубежным театром. Это все большой пласт знаний, которые должны быть у человека. Да? Знаний режиссеров, художников, их творчества. И плюс ко всему это все-таки здоровье, потому что человеку, которому уже определенное количество лет, и, допустим, сложная ситуация, или детей не с кем, он уже работать в экспертах не может, к сожалению. Да. Но он уже не настолько мобилен. Да, совершенно верно. И когда раз в месяц эти эксперты собираются у нас, обсуждают то, что они увидели, если у нас города, поскольку мы не можем их всех, там, условно, сразу 11 человек отправить в Якутск или в Новосибирск, и в этом нет необходимости, у нас есть такое правило, что театры, которые находятся вот далеко, да, от Москвы, они присылают нам диск или ссылку видео. На видео, при этом это должно быть снято одной камерой, вот так, как зритель видит в зале, не смонтировано. Никаких монтажей. И эксперты, отсмотрев это видео, они решают голосованием, общим обсуждением, имеет ли смысл смотреть дальше. То есть тогда мы уже их отправляем, командируем. Но что касается Москвы и Петербурга, здесь все смотрится живьем, здесь никакие видео не присылаются. Но работа это, конечно, огромная, потому что нужно вот отсмотреть, нужно обсудить. Очень интересно, конечно, слушать. Я не могу быть, я обычно на последних заседаниях уже бываю, как люди это обсуждают, как наши коллеги это обсуждают. Невероятно. Это очень профессионально. Это, конечно, хорошо бы публиковать, но опасно. Протоколы заседаний. Но это реальные театроведческие или музыковедческие исследования. А можно я спрошу, а в принципе для архива ведете протоколы заседания? Протоколы ведутся, да. Но я еще раз повторяю, что, понимаете, вопросы же обсуждения спектакля – это всегда довольно для творцов это болезненная история. Я имею в виду, что через 50 лет открыть архивы «Золотой маски». Ну, наверное, возможно будет что-то открыть, да. И вот таким образом к финалу уже выкристаллизовывается афиша. То есть вот этот лонлист самых заметных спектаклей и афиша фестиваля. То же самое с музыкальными театрами. Музыкальных театров у нас меньше в стране, чем драматических. Да. Кукол, да. Сюда же сейчас попадают и независимые театры. Очень сильно расширилась номинация «Эксперимент». Да, и она тоже все время такая, вот никто не может уже понять, что с ней делать. Да, если раньше это был эксперимент, как я понимаю, то сейчас уже это понятие тоже уже немножко размылось. Ну да, то, что когда-то было в эксперименте, например, спектакль Дмитрия Крымова, они уже просто в конкурсе. Да. Сейчас, ну, очень много появляется не только на стыке разных жанров, но и вообще неожиданное, вот как мобильный художественный театр, как бродилки, сайт-специфик, то, что уже, наверное, тоже уйдет скоро в мейнстрим. Да, я тоже думаю, что, ну, как в Лондоне, где Punch Drunk, который делает вот эти вот спектакли, путешествия по пространству, они же уже давно мейнстрим, это такое entertainment больше, чем искусство, ну, как бы больше, чем арт, как мы называем. Ну, вот таким образом набирается афиша, но экспертный совет у нас ротируется раз в год. То есть у нас могут только дебютанты дважды, то есть один год и второй проработать. То есть те критики, потому что мы же понимаем, что критиков становится все меньше. Печатных изданий нет. Публиковаться негде, кроме как в соцсетях или там еще где-либо в каких-то... Ну, то есть профессия теряет пространство. Вот, и мы понимаем, насколько это опасно. Поэтому тех дебютантов, которые есть, у кого есть интересные работы, мы берем тоже, чтобы они набирались опыта, чтобы они могли участвовать в обсуждениях. Мы, кстати, совершенно не возражаем, если эксперты могут обсуждать это и в тех городах, и маленьких, больших, куда мы их командируем. Ну, то есть, если они остаются, но и там уже но без личных оценок, конечно, да, но разбирать, если это нужно труппе, нужно художественному руководителю, ради бога. Вот. Они могут и писать, но, опять же, без личных каких-либо оценок и публиковать. И вот таким образом дебютантов мы тоже выращиваем. А так у нас ротируются экспертные советы каждый год. Каждый год это новый состав. Да, но здесь вот в Латвии тоже. Каждый год новый состав. И люди могут переходить подряд, ну, тоже потому что
общем, не такое большое пространство выбора. Абсолютно. Но как бы 2 года поработал, потом год отдыха. Но и это, конечно, связано тоже с тем, что людям тоже надо заниматься чем-то еще, кроме конечно, как смотреть спектакль. Конечно. Никто не понимает, что это довольно тяжелая работа. Да. Здесь тоже, вот недавно я ездила с коллегами из жюри, я ездила смотреть 2 спектакля. Один в Резекне, второй в Даугавпилс. Угу. Да, это был целый день воскресенья, когда мы рано утром выехали из Риги, поехали в Резекне, посмотрели дневной спектакль, оттуда в Даугавпилс вечерний, и уже почти ночью вернулись обратно. Угу, угу. Так что это все тоже такая работа. Ну, конечно, это да, серьезно. Вот 2 ноября этого года мы уже объявляем афишу фестиваля следующего угу. года, по итогам вот закончившегося в августе прошедшего сезона, театрального да. сезона. И к декабрю мы объявим состав жюри. Угу. Собственно, состав экспертных советов и состав жюри, они, эти люди выдвигаются ассоциацией музыкальных критиков, ассоциацией театральных критиков, кабинетами Союза театральных деятелей. То есть это общественная театральная премия. И вот эти люди, которые выдвигаются, затем, значит, с ними идут переговоры, могут они или не могут. Угу. И вот таким же образом составляется состав жюри. Ну, понятно, что составы жюри всегда новые, потому что составы жюри зависят от афиши. Если в афишу попадают спектакли каких-то режиссеров, конечно, они не могут войти угу. в составы жюри или артисты. То есть вот после 2 ноября Будет понятно, из кого можно выбирать. Из кого можно выбирать жюри. А в жюри уже входят специалисты всех профессий. Угу. То есть это актеры, режиссеры, хореографы, сценографы, художники музыканты, по костюмам, композиторы. Музыканты, дирижеры, композиторы, драматурги. То есть все театральные угу. профессии и критики примерно тоже. 3 критика в каждой жюри. Угу. 3-4 критика. Ну, критика, искусствоведа. Да, музыковеда угу. и так далее, да. Ну, в общем, вот так. Потом приступают к работе жюри, как правило. А там надо на месяц вообще выключаться из жизни? Не, не на месяц. Мы с января начинаем уже показывать спектакли, потому что если даже их, например, 80 отобрано, да, понимаете, их нужно, тут за месяц не покажешь. Нам нужно договориться... 80 спектаклей в программе? 80-70 спектаклей в афише, да. Угу. Мы должны договориться с площадками. Каждый театр должен выбрать, на какой площадке, в зависимости от технических параметров, он может играть спектакль. Мы еще должны договориться, чтобы площадка была свободна. И вот мы с января, как правило, музыкальные, и в середине апреля мы заканчиваем. При этом, конечно, московским театрам немножко проще, потому что они просто формируют свой репертуар. Ставят, да. И мы тогда просим, может быть, их чуть раньше, там, январь-февраль тоже ставить, чтобы жюри успевало смотреть. Потому что жюри все работают. Да, они конечно. Не могут не сыграть спектакль или там бросить постановку. Поэтому вот мы стараемся вот на Максим, это 3 месяца. Это вот логистика все это собрать. Да, все это, да. Весь этот патчворк. Угу. Да? Ну, хорошо. И тогда я вас спрошу. Всё-таки. Параллельно у нас 2 идут программы, которые тоже сейчас эксперты набирают. Это внеконкурсная да, программа. Да, ну вот я хотела сказать, что у вас и, помимо этого и детский еще... уикенд, то есть спектакли для детей. Для это детей. Тоже эксперты, то есть у нас все отбирают эксперты. Параллельно мы делаем программу «Маска в кино». Это вот то, что мы покажем здесь Ромео и Джульетта, лауреата 2017 угу. года, балет Славы Самодурова. Это вы делаете с театром HD? Насколько я знаю, это, да? мы, ну, это мы снимаем сами, да. а затем да, с да. Cool Connections. Да. Театр HD. Да, 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 делаем. С... И эта программа, ведь она существует в разных городах России. Тоже. Абсолютно. Mm-hmm. То есть даже в маленьком поселке в Тайшете, в Тайге, все это можно посмотреть. Это, mm-hmm. конечно, есть это шанс людям увидеть театр, потому что съемки идут из театра, это несколько камер. Если это музыкальный спектакль, это вообще 6-8 камер угу. снимают, у каждой камеры своя партитура. Это все дорогое удовольствие, но Министерство культуры и Сбербанк нам очень помогают с этой программой. Но я хочу вам сказать, что я посмотрела весной вот этот вот... И онлайн, программа онлайн да, другая. Программу Russian Case, которая у вас была, да, онлайн. И я заметила, что, конечно, очень изменилось в лучшую сторону качество съемок и монтаж. Угу, угу. Потому что, например, спектакли и Крымова, и... Театр наций, то, что mm-hmm. я видела, сказку про последнего ангела, но это оторваться было невозможно, как было снято, просто снято, смонтировано, собрано, и как это показывало спектакль правильно. Ну, это не все спектакли, понимаете, потому что некоторые театры, которые вот у нас Марина Давыдова будет отбирать опять для Russian Case, да,
не все театры могут так снимать, но те театры, которые, те спектакли, которые отснимаем мы в своей программе, они, конечно, сняты профессионально. И это, с одной стороны, архив для театра и возможность потом показать спектакль тем поколениям, которые никогда его не увидят, сохранить это. Вот. И, с другой стороны, возможность показать либо онлайн, большой аудитории, например, на платформе ОККО, либо в кинотеатрах вот эта трансляция, которая несколько месяцев идет, 3-4 месяца по разным городам, и, конечно, люди приходят и видят себя в театре, потому что они видят зрительный зал, у нас там свои ведущие, которые ведут и задают вопросы артистам там в антрактах, то есть это вот прямо такой специальный... Ну, то есть это вот просто та самая технология, которая была когда-то опробована в Великобритании и в Нью-Йорке, я знаю, МЭТ, да? И потом она перешла уже и в Европу, и я сама уже смотрела в этом году, в прошедшем году, когда все было закончено, на Арте совершенно замечательные записи, и всем рекомендовала, и рассказывала об этом. И... Я очень рада тому, что все-таки «Золотая маска» это и архивирует, и прокатывает в таком формате тоже. Потому что там у нас сохраняется этот принцип как бы сопереживания в зрительном зале. Абсолютно. Да. Ты сидишь в зрительном зале, смотришь, пусть театр на экране, но рядом с тобой сидят такие... И слышишь люди. Реакцию зала. Да. Это есть. Это сохранение есть. Ну и надо сказать, что по итогам «Золотой маски» в течение года вы показываете спектакли в разных городах России еще. Да, да, мы заканчиваем в апреле фестиваль, у нас проходит премия, вручение премии. Ну вот если по прошлому году, это примерно, по-моему, был 241 номинант и 42 премии. То есть, понимаете, это огромная работа жюри. Я бы сказала, что, мне кажется, жюри даже гораздо сложнее, чем отборщикам, потому что все-таки... Критики отбирают все самое лучшее и обосновывают, почему. А потом говорят, а вот теперь разбирайтесь. А потом, вот, друзья мои, разбирайтесь. И вот среди номинаций 10 лучших, ну, условно говорю, актрис, нужно выбрать лучшую. Да. Очень тяжело. Очень тяжело. Ну, вот тут полегче, потому что правила есть. И там, да, в номинации не может быть больше, чем определенное количество номинантов. До 5, например, сейчас в Литве было до 3. Сейчас немножко увеличили все-таки, чтобы эту картину сохранить по шорт-листу, да, картину того, что было значимо в сезоне. Вот. И в Латвии тоже ограниченное количество, да, от 3 до 5. Ну, неправильно это. От 3 до 5. Жень, неправильно. Потому что нельзя ограничивать художников количеством. Сами себе, потому что одно и то же жюри и выбирает, и потом присуждает. Поэтому... Сами себе устраиваем такой отбор. Все-таки, понимаете, уже попадание в номинацию, это уже история. Это признание, конечно. Это история, это признание, это очень здорово. А уже там, ну, кому дадут эту премию, уже, ну, что Ну, мне делать? Тоже кажется, что самое важное – это список, вот, шорт-лист. Это совершенно верно. Список номинантов, потому что он действительно дает ту самую объективную картину, собранную из абсолютно разных мнений. Да. Вы знаете, вот иногда, когда слушаешь, что и люди, которые, казалось бы, вот категорически не согласны были с явлением X в каком-то спектакле или просто с этим спектаклем, они когда чем больше обсуждают, тем больше они слышат друг друга и соглашаются. При этом иногда, если вот просто сталкиваются сильно, то тут просто голосование решает. Да. Они могут 5 раз переголосовывать. Но если вот голосами они видят, что это так, ну, уже просто не... Это открытое Вот всё. Оно, объективность. Все открыто, поэтому никто ничего не скрывает. Да, вот объективно. Да. Убедите ваших коллег, друг друга убедите, ради бога. Нет. Это значит, тоже имеет значение. Это тоже кто, открытое голосование. Кто умеет, да, кто имеет дар убеждения. Потом, понимаете, ну, ведь это же все только сезон. Всего лишь один театральный сезон. И вот это итог одного театрального сезона, с одной стороны. С другой стороны, театр – это игра, и это своего рода игра. И я тоже все время так вот, говорю. Игра веселая, хорошая. Вот мы собираемся на этом празднике, мы еще раз вспоминаем, какие спектакли были, какие мы видели спектакли, какие эти чудесные лица. Ну, и радуемся. А дальше это тоже, как я говорю, это решение жюри, это всегда… С какой ноги встал, какое настроение, все влияет на это. Вот на последнюю, я имею в виду, на последний момент голосования. И
часто бывает так, что просто в последний момент вдруг приходит в голову, уже после всех обсуждений, вдруг приходит в голову какой-то аргумент, который ты не успел высказать. Угу. И ты можешь в последний момент проголосовать даже в противоположную сторону, чем ты до этого говорил. Угу. Потому что вдруг в тебе что-то переживается заново, и ты думаешь, о, а вот этот-то я упустил, и галочку ставишь совсем в другом, неожиданном даже иногда для себя месте. Да, а дальше мы с мая месяца начинаем ездить по городам России, и мы возим спектакль, номинанты или лауреаты в разные города, потому что, понимаете, увидеть вживую театр, вот мы в этом году были в 13 городах, у нас сейчас еще впереди Уфа, Новосибирск, Петербург, Нижний Новгород, Ульяновск, Екатеринбург, там, я не знаю, вот следующий год у нас Улан-Удэ, огромную афишу туда везем, огромную программу делаем, и Красноярск, то есть это большая радость для людей, кто не может доехать до Москвы в силу географических вот этих. Потом, ну, где сидеть в Москве в неделю и бегать, искать эти спектакли? А мы им привозим. Мы договариваемся с нашими партнерами, так же, как вот здесь, в Латвии, с нашим партнером Артфорте или с Таллином, с Эстонией, вернее. И привозим те спектакли, которые могут разместиться на этих площадках, которые новы, которые интересны не только зрителю, но интересны, безусловно, и нашим коллегам, работающим там в театре. Да. Вот у нас примерно, например, есть такой город Череповец, это Северсталь, который поддерживает нас в Латвии и в Москве, наш основной фестиваль. И это просто уже наша обязанность, потому что как изменился зритель Череповца по сравнению, мы уже, по-моему, лет 10 туда возим спектакли, первые два года это была катастрофа, просто не ходили, все это же стали плавильные заводы. И, ну, это же долгая работа. Долгая-долгая. По воспитанию аудитории. А это сейчас не сразу просто случается. Битковые залы. Только объявляют они, что продажи, маска приводит. Все улетает. Все в момент, да. То есть зритель уже привык, он любит, у него появляется вкус. Мы можем в какие-то города привозить теперь более сложные спектакли. И это очень здорово, что театр может вот так влиять. Ну вот да, но это долгий процесс, который нужно иметь терпение, чтобы этим заниматься. Да, да. По-другому не бывает, правда же? Угу. Марья Алексеевна, спасибо большое. Хороших вам сегодня дня в Риге, хорошей погоды. И второй иранской конференции. Да, с участием прекрасных актеров, как звезд, которых все знают по киноэкрану, да, по телевизору, так и откройте для себя тех, кого вы, может быть, раньше не видели. Или вы узнаете, скажете, о, а это же вот же. Спасибо. Я желаю вам тоже успеха. Очень радостно, что у вас тоже есть теперь и свой фестиваль, своя национальная премия. Нам тоже очень хотелось бы знать, как развивается театр в Латвии. Вот, пишу об этом, рассказываю. Да, у нас же когда-то давно были такие проекты, когда мы привозили из Латвии спектакли, из Эстонии привозили, из Литвы. Я помню, да, «Золотая маска» привозила, да, спектакли, да, да. Партнеров по... Да, тоже отбирали. Да. Ну вот мы провели, кстати, в 2011 году очень большой проект и очень знаковый, с моей точки зрения, потому что он повлиял на многих художников, польский театр в Москве в 2011 году. И это было открытие. Ежина, Люба, Варликовский. Боже мой, понимаете? Кляты вы тогда привозили. Кляту привозили, да. И сейчас, на следующий год, мы задумали, 10 лет спустя, 10 лет прошло. Но всех этих режиссеров, кроме Варликовского, правда, можно увидеть в Литве. Ну, понятно, они но мы хотим привести польский много. Театр. И вот как раз уже ведем переговоры о привозе премьеры Варликовского, премьеры Люпы. И Мундруца, который поставил в польском театре части «Женщины». И это тоже очень интересно, как взаимодействует польский театр с таким блестящим режиссером, как Мундруца. Поэтому вот Моника Пормали с ним работает, художница, сценограф, помните ее? Да. Она сейчас с ним очень много работает. Но Моника же наш человек в рассказах Шукшина. Да, да. Ну вот сейчас она работает с Корнелем Мундруцем много, делает много проектов. Угу. Я так ворачиваю периодически наши радости внутренние здесь. Да, ну прекрасно. Поэтому мы будем счастливы, если вот получится привести какие-то спектакли из Латвии, и если это появится вот такой интересный очень, что было бы интересно, мы с удовольствием бы привезли. Будем на связи, Марис. Да. Спасибо. Хорошо. И
Счастливчиков поздравляю с билетами на «Золотую маску», а всем остальным не пропускайте интересные спектакли, которые тоже есть в Риге, и слушайте программу на радио «Болтком». Спасибо всем. Радио «Болткома».